Всем привет! Всем привет! Вы находитесь на канале Лиска Китти. Да. Сегодня мы вам покажем поток с мороженым. Магазин мороженого. Вот такой наборчик. Супер игровой набор. Ты продавец. Лиска будет продавцом. Давай соберем наборчик и будем играться. Давай. Чего здесь только нету. И куча разного мороженого. Тоже вот арбузное такое прикольное. И клубничное, шоколадное. И апельсиновое. И в стаканчиках есть мороженое. Лиска уже шоколадное схватила. А здесь печенюшки, конфетки. Леденцы. Пончики. Чай со специями. Наклеены цены. По какой цене будем покупать, да? А с этой стороны кофе с маслом оливковым. И вот такой молочный напиток фруктовый. Фруктово-молочный напиток. А кто тут ноги свои задирает? А что там со стороны продавца? Давай посмотрим. Касса. Запасные вот стаканчики для мороженого. Ложечка накладывать мороженое. А вот это на цинке тоже запасное мороженое. Если кто-то захочет шоколадное или ванильное с клубничным сиропом. А вот касса. Здесь нажимаешь, она крутит и показывает, наверное, в какую цену, какие продукты. А это касса, кнопочка открывает. Кассиринушка. Молоко. Разное. Молоко, да. Вот здесь, кстати, тоже нарисовано. Смотрите. А это что такое? Писянка такая. Это будем продукты. Пик-пик-пик-пик-пик. Это штучка, как прям на настоящей кассе. Да? В магазинах. Вот так. По штрих-кодам. Так пик-пик-пик-пик-пик. Все продукты будет по штрих-кодам считывать. Штрих-коды. Пик-класс. И в кассе будет появляться, сколько оно стоит. Опа-на! Да не туда и тыкать. А на продукты. Вот смотри, на мороженое, например. Пик. Пик. И вот здесь. Опа-на! Сколько оно там стоит, допустим, там 25. Это молоко стоит. Молоко, вот у нас будет так пикать, да? Опа! Да не туда пикаешь, даже на продукты надо пикать. Прикольный такой наборчик. Мне нравится. И на все нам пикать. Тебе нравится наборчик? Да. Ты даже камеру запикала. Да, да, да. Сколько камера-то стоит? Проверь. $10 эта десятка. Да как говоришь покупателю. Давай мне 35 денег. Начинаем играть. Сейчас тебе будут приходить покупатели и покупать у тебя разные товары. Хорошо. Хорошо? А не сходить ли мне в магазин купить мороженку? Вкусную, привкусную мороженку. Кому мороженое? А то как на улице жарко. Очень хочется мороженое. Кому мороженое? Какой хороший магазин. Столько всего вкусного. Здравствуйте, продавец. Здравствуйте. Я хочу арбузное мороженое и чего-нибудь попить, если мне надо. На палочке и не на палочке. На палочке. И попить я хочу фруктовое молоко. Да, вот это хочу. Сколько с меня? $10. Сейчас я вам дам денежку. Возьмите. А мне мороженое давайте и молочко фруктовое. На. Ой, какое свежее арбузное мороженое вкусное. Ням-ням-ням. А теперь фруктовое молоко, пожалуйста. Вкусненько, спасибо вам большое. Пожалуйста. Пошла я теперь по делам. Пока.
Я очень хочу мороженое. Пойду-ка я в магазин, куплю себе мороженое. Кому мороженку, кому мороженку. Тяф-тяф, здравствуйте. Здравствуйте. А можно у вас купить мороженое? Да, мы маленькие. Да, я такой хороший щеночек. Я хочу шоколадное. Шоколад на палочке? На палочке. И еще чего-нибудь попить. Кстати, щеночек, тебе, конечно, нельзя кофе, да? Кофе мне нельзя, еще маленький. Да. Можно мне сок? Можно. У нас все можно. Посчитайте, сколько это будет стоить. Ага. Сколько с меня? $25. Сейчас я оплачу покупку. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это вкусное мороженое. Прям шоколадное-пришоколадное. И сок очень вкусный. Спасибо вам большое. Пожалуйста. До свидания. Пока. Собралась сейчас готовить супчик, а у меня закончились специи. Пойду я в магазин и куплю специи для супчика. Здравствуйте, продавец. Здравствуйте. А у вас специи есть для супа? Да, вот они. Пожалуйста, мне нужны специи. Ого, сколько у вас мороженого. Да. Я еще мороженое куплю. Можно мне клубничное с клубничным сиропом? Это? Да, в стаканчике. И еще сейчас я посмотрю, чего у вас тут продается. И пончики мне нужны. Яблочные. Хорошо. У нас есть вот. Хорошо, считайте все. $5. Хорошо, сейчас оплачу. Возьмите, пожалуйста. Сдача $5. Спасибо. А можно я у вас тут мороженое съем и пойду супчик домой готовить? Да. А то очень хочется клубничного мороженого. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, спасибо большое. Прям я наелась. Пожалуйста. Давайте мне остальные покупки, я уже пойду. Супчик варить. Да, супчик варить. Спасибо. До свидания. До свидания. Эх, как хочется сладеньких конфеток шоколадных. А не пойти ли мне в магазин прикупить конфетки и понямкать? Пошел я в магазин. Здравствуйте. Здравствуйте. А ты добрый дракон? Да, я очень хороший и добрый красный дракончик. Что тебе надо? А у вас есть шоколадные конфетки? Да. Я очень-очень их хочу. Там еще кексы и конфетки. И все-все шоколадное? Да. Ого. Посчитайте мне, пожалуйста, конфетки и чай с ним буду. Чай? Да, чай. Сколько с меня? $15. Сейчас я залезу в свой кошелечек и посмотрю, сколько у меня там денежек. Хватит ли мне на покупку? Вот мой красивый розовый кошелечек. И сейчас я посмотрю, сколько у меня там денежек. Надо $15. У меня 10 есть. И что там еще? Еще много мелочи разной. И 5. Как раз у меня есть бумажные $15. А покажи свой кошелек. Кошелечек, сейчас покажем свой красивый кошелечек. Вот, возьмите, пожалуйста, денежку за покупку. И вот, посмотрите, мой кошелечек красивый. Красивенький. Красивенький? Что там внутри, сейчас посмотрю. Там еще денежка разная. Вижу. Спасибо. Пойду и домой кушать конфетки и пить чай. Ой-ой-ой. А мне совсем нечем позавтракать. Закончились кофе и печенюшки мои любимые. Пойду я сбегаю в магазинчик, куплю себе чего-нибудь на завтрак. Здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас за печенюшки есть? А то мне позавтракать нечем. Пришла вот купить магазинчик ваш. Сами посмотрите, вот он в самом низу. Хорошо, я сейчас выберу. Здесь у вас леденцы, клубничный сироп,
Нет, леденцов я не хочу. О, пончик я хочу. Можно мне один шоколадный пончик возьмите? Ага. Дальше. Она внизу. А вот у вас есть печенюшки. Вот такие я буду печенюшки. Возьмите. И кофе. У вас есть кофе? Да. Да, подойдет мне. Посчитайте все, пожалуйста. И вот тут еще. Угу. 60 долларов. 60 долларов? Сейчас оплачу. У меня как раз есть две купюры по 25 долларов и одна 10 долларов. Будет 60 долларов. Возьмите, пожалуйста. Пока-пока. Пока-пока. Мяу-мяу. Очень хочется мне молочной кашки. Пойду я в магазинчик и куплю мяу-мяу кашку себе. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас продается молочная кашка? Да. Покажите, что за кашка. Ой, прям как я люблю. Я ее куплю. А еще сейчас я посмотрю, что у вас такого интересненького есть. Ой, кексики. Ого, какие вкусные кексики у вас продаются. Я их тоже возьму. Поем после кашки. Это клубничные кексики. Клубничные? Прям как я люблю. Да, и еще полушоколад. Хорошо, я их возьму. И мороженку я хочу. Мороженку я люблю. Да, хочу ванильное с шоколадным сиропом. Да. Посчитайте, пожалуйста, все. 20 долларов. Знаете, пожалуйста, вам 25 долларов. На сдачу. Спасибо, 5 долларов сдача. Ну. Спасибо. Пойду я сейчас домой себе кашку сварю, а потом уже и сладости поем. До свидания. До свидания. Вот такой мы сегодня супер игровой набор показали. Очень интересный, столько всего вкусного можно продавать и покупать. И прям пищает так, пищалка эта, как в магазине пищает, так пик-пик-пик. Тебе нравится? Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока. Ты покупай, все-все-все съешь, что ли? Ухалиска такая. Все решила съесть. И здесь и все. И даже масло, что ли, оливковое съешь. Нет?